без гитары и бубнов, но все равно увлекательно. Неплохое владение клавишами демонстрирует внук уважаемого в Сосновке представителя цыганской диаспоры Николая Лебедева. Он живет здесь и трудится на благо своего семейства уже не один десяток лет. Сосновка для него родная не только на словах. Кручев издал указ о поселении цыган, то есть по оседлости. Это было в 56-м, да. И вот с той поры у меня дед здесь как осел. Он построил первый дом, он там построил, именно построил. Построил. Я потом жил в этом доме, потом вот я построился, вот брат у меня. Член общественной палаты Пензенской области Юрий Агапов и цыгане из Пензы решили лично посмотреть, как представители, казалось бы, кочевой национальности вполне успешно ведут оседлый образ жизни. Именно в Бековском районе цыгане могут похвастаться эффективной социализацией. Например, очень многие из них работают на местной клиноварне. Мы очень рады, что здесь такое производство у нас открылось. У нас есть рабочие места, и мы очень рады. Красивая форма. Спасибо. Спасибо. У них как две, у них зелененькая и голубенькая. Нас очень любит руководство, мы их тоже. Ну, нам нравится тут работать очень. Местные власти всячески стараются помогать жителям. Это видно, например, при оформлении документов или при том же трудоустройстве. Кроме того, в сельсовете всякий раз подсказывают, кто на какие меры поддержки может рассчитывать. Так, благодаря участию в конкретной федеральной программе, отдельная семья смогла начать строительство собственного дома. Все условия выполнили. Им выделили в этом году весной 1 300 000, по-моему, на строительство вот этого дома. Добавили свои. Ну, взяли, наверное, еще и кредиты. И вот у них уже сейчас две крыши. Увиденные в Сосновке участники делегации обсудили в сельском совете, подчеркнув важность взаимодействия самих проживающих на территории цыган и чиновников от сельской и районной администраций. Другого пути, как через культурно-воспитательные, образовательные процессы, я лично других возможностей не вижу. Поэтому мы стараемся всячески приобщить культурно-массовой деятельности детей, подростков, взрослых. Член общественной палаты Юрий Агапов поделился, что лично несколько лет погружен в тему социализации цыган и отмечает опыт взаимодействия власти и общества в Бековском районе как положительный и достойный внедрения в других муниципальных образованиях.